Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы в очередной раз будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам мы продолжаем записывать эту рубрику. Да, ребята, поэтому ставьте огромные пальцы вверх и лайки прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков мы сможем набрать, тем больше серий будет выходить. У меня вопрос, Жека, что с тобой произошло? Не знаю. Что за мутант какой? Что-то явно не так, да, я мутант. Нет, ладно, давай, потопали. Ну что, ребята, добро пожаловать на мой троллинг. И что мы будем делать в этой серии? Ой, как много всего. В чем будет заключаться смысл этой серии? В импровизации и актерской игре. Как вы знаете, у нас в последнее время на каналах начали выходить рубрики, которые связаны там с импровизацией, где мы там бабуль играем, всяких алкашей, дедуганов и многое другое. Поэтому в этой серии Жека будет доказывать то, что он настоящий актер. Да, если он справится, то в конце я ему вручу Оскар. И Жека прям скажет, я новый Ди Каприо. И бла-бла-бла. У Жеки будет два испытания. Три. Два с половиной и финальчик, да. И потом посмотрим, насколько Жека справится с этим всем. Ребят, я не буду вам показывать точно, что тут будет, дабы сохранить интригу, потому что если я на начале все расскажу, будет потом неинтересно. А так, ребята, давайте мы сейчас пойдем на троллинг Жеки, пройдем его, вернемся и посмотрим, какой Жека актер. Нормальный или никакой. Поэтому, ребята, потопали. Ну шо, Эдисон? Ну шо, Жек? Здрасте. Чё за бутылка? Чё за розочка? Вот, на тебе бутылка. Я не знаю, зачем, но, возможно, она тебе пригодится, Эдисон. В общем, Эдисон, я с его позволения, я его спросил в этой серии, расскажу небольшую тайну. Хорошо. Ну, точнее, даже не тайну, просто Эдисон нигде об этом не говорил и никогда вообще это не упоминал. Эдисон учится в одном португальском университете. Вот, Эдисон, и тебе сегодня нужно срочно попасть в университет. У тебя экзамен, понимаешь? Тебе нужно срочно туда попасть, понимаешь? Да ну нахрен! Я туда и так не хожу, поэтому, Жека, пошли на мой троллик. Какой экзамен? Да, давай. Эдисон, ты понимаешь, ты вылетишь из университета, если не сдашь экзамен. Срочно. Да посрать, пошли на мой троллик. Ну ладно. Только ради тебя. Только ради тебя, Жека. Пойду. А, ну ладно. Хотя бы ради меня, хотя бы ради меня. Чё сейчас сборная Аргентина, Жека? Это португальчики, знакомься. Это Аргентина, дебил, это Месси. Да, а почему-то я ввёл там Португал. Ну ладно, давай, Эдисон, тебе нужно попасть в университет, срочно, срочно. Португальчик, типа как хачапурчик, да? Да, но только португальчики. Давай, Эдисон, тебе нужно туда попасть, но дверь закрыта. Шарага закрыта, идем на мой троллинг, Жека. А у тебя экзамен, понимаешь, тебе в любом случае нужно попасть. А почему дверь тогда закрыта, а? Я вот не знаю, Эдисон, это все очень и очень странно. Жека, я ещё упаду. О, опа, это что такое, Жека? Это что так? Что за блоки такие? Это какой-то баг Майнкрафта, видимо. 404 эррор. Побег! Вали союз! Как-то так договорил мне, Эдисон. Какой? Это побег! Спускайте собак! Ладно, Эдисон, походите. Подожди, побег откуда, Жека? Из университета. Так, давай. Ладно, португальчики, идите сюда! Давай! Убей португальчиков, убей! А их вообще реально убить, Жека? Да, реально. О, по пистолету португальцев! Ни хрена себе! Ах, вот эти португальцы! А у меня патронов нет, Жека. Убийцы. Ну, наверное, нужно найти патроны. Как считаешь? Сейчас бы в шарагу пойти перед этим трех человек завалить, да? Это нормально, так всегда он и делает. Странное кое. Тебе нельзя ломать. Да, чё нельзя, если оно странное? Но блоки ломать нельзя тебе, нельзя. Так я не блоки ломаю, я стекло ломаю, вот. Тебе нельзя именно руками ломать, понимаешь? Ну ладно. Так, а чем? Розочкой ты ломать? Не розочкой, тебе именно... Ай, ты должен понять. А твою мать, обосрался! Жека, я тебя прошу, никогда больше не ставите. Что это за хрень? Мне так нравится эта штука. Как ты это делаешь, твою мать? Это так бесит, ты просто не представляешь. Ребят, напишите, как бы так его бесит. Я обосрался, честно, хуже скримера. Так. Мне нравится. Эдисон, тебе нужно найти патроны, срочно.
Как ты это делаешь? Как вода меня убивает? А расскажи секрет. Вот, не знаю. Жека, что такое? Что ты тут спрятал? Пожалуйста, ну скажи мне, Жека. Не знаю, Эдисон. Я тебе дам подсказочку, Эдисон. Тебе пригодятся твои навыки паркура. У меня нету навыков паркура. Ну тебе пригодятся. Нужно сделать один решающий прыжок, и тогда ты найдешь тоже. Какой в жопу прыжок? Сейчас, ладно. Вот где-то, наверное, вот здесь все-таки. Где-то здесь. Решающий прыжок. И поставь PowerPoint, наверное, лучше, да. Ой, намеки, то, что я сейчас миллион раз умирать буду. Ну ладно. Не знаю, я с первого раза допрыгнул. Где? Куда? Не знаю. Куда же тебе нужно допрыгнуть? Откуда я нахрен знаю? Алло, Жека, куда мне надо допрыгнуть? Не, ну так уж и будь, я скажу, тебе не сюда надо. Этот блок тебе пригодится, но сейчас тебе его не нужен. Ну да, ты молодец. Ну ломать тебе нельзя, Эдисон! Эдисон, тебе нельзя ломать! Как мне туда допрыгнуть, алло? Что, тебе не нужно никуда допрыгивать? Ну куда допрыгнуть? Ты должен патрон найти, понимаешь? Патрон. Чтобы разбить стекло. А, твою ж мать! Жека, где патроны? Жека! Эдисон, а может быть сюда нужно куда-то прыгнуть? Например, как-то вот так, нет? Куда прыгнуть? Еще раз, Эду, Жека, я слепой немного. Куда прыгнуть? Не, я не буду за тебя проходить троллинг. Да куда прыгнуть? Я тебе уже столько подсказок дал. Да в смысле подсказок? Куда прыгнуть? Скажи, куда мне прыгнуть? Вот сюда. Как я туда перепрыгну? Это я тебе говорю, мне нужны навыки паркура. Ты что, охренел? Чтобы я облетел, как будто не знаю. Дурак, это нереально, Жека. Давай, ты истинный португалец, ты должен португальцев все трейсеры. Вот. Давай. Кого? Давай. Как это нереально, Жека? Почти получилось, Эдисон, у тебя почти получилось. Да смысл получилось, это нереально. Ты был близок к победе, это реально. Ну давай, покажи мне. Сейчас, покажи. Давайте. Это нереально. Я никогда в жизни. А, и перелетел! Жек, это нереально. Не получилось. Как ты можешь облететь боком блок? Я только что перепрыгнул. Да. Серьезно говорю. Конечно. Давай, Эдисон. Давай. Это, Жек, это нереально, пошел ты в сраку. Эдисон, я снова перепрыгнул, давай. Да, да, именно тогда, когда я умираю. Вот тогда он перепрыгивает. Ну, давай, перед тобой покажу прямо, давай. Оп, все. Эдисон, все-таки реально, да? Три раза уже перепрыгнул я за это время. Ладно, я могу, в принципе, это и час проходить, мне как бы посрать, ладно, честно. Ладно, хорошо, я тебе помогу. Не надо, я буду проходить это, сейчас. Навыки паркура будут. Давай, навыки паркура. О, видал? Паркур. Да, видал. Так, логит плеер, шаду пристав. Так, хорошо. Навыки паркура, нахрен, нереально перепрыгнуть. Он говорит, подожди сидеть. Эдисон, подойди к этому блоку. Блин, не так, ну ладно. Хорошо, давай, иди, разбивай стекло, разбивай. Я их так уже три раза разбил. Эдисон, все очень просто. Спасибо. Жека, ты со мной не дружишь. Я не могу. Хочешь дружить? Он сам себя троллит, я вообще ничего не делаю. В смысле меня Майн троллит, я тоже ничего не делал, алло. Ну, стреляй. Да подожди, не заряжается. Ну давай, бракованный пистолет, Жека. Я не могу. Ой, какой молодец. Эдисон, ой. Это вы на экзамен, да, на экзамен пришли? Да, на экзамен. А к физру кто будет? А физру кто будет проходить? Кто физру? По физре тоже нужен зачет. А ну проходите вначале паркура, потом пойдете на свой экзамен. Давай. Ой, пошел ты в сраку, физрук. Сраный. Давай, Эдисон, проходи, тебе нужно знать нормативы по физкультуре. Я обещал то, что я однажды сделал такой паркур, что будешь ныть и молять меня, чтоб... Я тебя тпэхнул, паскуда. Давай, Эдисон, ты должен пройти паркур. Всего лишь пройти паркур. Куда мне его по кругу проходить? Проходи, да, паркур. Физрук, может, договоримся как-то? Все, прошел. Ой, ладно, Эдисон, молодец, ты потренировался, а тебе давай нормально паркур проходи. Ой, ну ладно, не буду тебя мучить. Я шучу, иди на экзамен. Эдисон, что ты какой-то паркур? Пришел на экзамен и проходит паркур совсем сумасшедший. Закатил. Эдисон, сегодня я буду твоим учителем. Вы пришли на экзамен, да, вы пришли на экзамен, проходите, садитесь. В общем,
Натя! Сдохни! Эдуард Перец, да, зовут Эдуардом Перцем. Да, 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 Перцем. Вообще сегодня вы будете сдавать экзамен по всем предметам. Вы так и готовы к нашему тесту. Если вы не сдадите, вы провалите. В смысле всем предметам? Я на один урок пришла. Собственно, начнем с самого простого. Хорошо. 2 плюс 2 умножить на 2. 4. Хорошо, 8. Дальше. Дальше. Давай дальше. Я прошел, до свидания. Какой ты дебил. Сколько нужно? 2 плюс 2 умножить на сколько будет? 4, 8, давай. Точно? Ты уверен в этом? Эдисон, я не хочу, чтобы ты провалил. Подумай хорошенько. Давай дальше! Давай дальше. Правильный ответ. Да мне посрать, я хочу вылететь с универа, давай дальше. Эдисон, ты должен ответить правильно, тебе важно то, что ты хочешь делать. А ну отвечай, говно. Ладно, первый вопрос мы провалили. Эдуардо Перси, второй вопрос. Ну хорошо, давай дальше. На березе росло 90 яблок. Хорошо. Подул сильный ветер, и 10 яблок упало. Сколько яблок осталось? Жека, ты дурак. На березе яблоко, да, хорошо, хорошо. Ну хорошо, ладно. Я прошел, да, прошел. Ты прошел, прошел, молодец. Давай дальше. Предпоследнее задание. Хорошо. 6 минус 1. Давайте напишу. Тебе нужно решить небольшое уравнение. Точнее, даже не уравнение. Как, где знак деления? Короче, это будет знак деления. Вот, тебе нужно решить, чему это будет равно. Жека, ты дурак, или я чуть не понимаю. Давай, Ниса, сколько это будет? 0. Неправильный ответ. Давай молодец, дальше. Молодец. Да. Я провалил? Ты почти провалил. Поставил последний задание. Да. Эдисон, у фермера было 17 овец. Хорошо. И все, кроме 9, умерли. Сколько овец осталось у фермера? 9. Ладно, так уж и будь, ты справился с последним заданием. Знаешь, Эдисон, ты не посчитал даже уравнение для первого класса. Хорошо, поэтому Эдисон... О, все, до свидос. Я пошел. Я пошел. Тебе важно универ... Дай ему все, до свидания, учитель. Так нельзя. Эдисон, ты... Ладно. Да пошутил, я пошутил. Конечно важно, пожалуйста. Профессор. Не выгоняйте меня, пожалуйста, не выгоняйте, ну пожалуйста. Так, ученик, отстаньте от меня, не надо ко мне приставать. Ну я пожалуйста, пожалуйста. Вот я так, вам принес. Ограна! Какая охрана! Ограна! Ограна, убейте его! Какая охрана? Охрана в школе, которая стреляет, с ума сошел. Ограна! Жека! Ибрагим! Денис, какой Денис? Да ты дурак! Давай. А их нереально убить, как АПЛ, да? Ой, Жека. Ты провалил испытание, провалил экзамен, и ты исключен из университета. Иди дальше, снимай свои ролики по Майнкрафту. Удачи. Спасибо. Спасибо, Жек. На этом мы будем заканчивать серию, да? Пошли, сядем. Да, пойдем сядем. Пошли, хорошо. Да шо, человек, какой серия? Ладно. Пошли, Жек, пошли. Ну что, не буду проигрывать троллинг. Ой, да. Ну давай. Да. Короче, Жека, короче. Короче, история вот такая. А в последнее время мы очень так вживаемся в роли, да, типа там импровизация, ты бабульку играешь, полицейского и многое другое, да? А поэтому в этой серии, ребята и Жека, мы будем проверять твое актерское мастерство. Реально ли ты хороший актер или просто какой-то актер? Я вообще охренеть! Да, погорелого театра актер. Давай, заходи. Может быть. Давай, Жека, иди сюда. Для первой роли, иди сюда. Для первой роли выбирай. Тебе нужно вживаться в ту роль, которую ты сейчас сам выберешь. Проверяй, что ты. Очки и панталоны. Тебе нужно только поставь обратно. Обратно поставь! Тебе тут 4 роли, выбери, какая тебе больше всего нравится. А, мне нужно выбрать. Красные мокасины, фуражка генерала. Вино, мне хочу вино. Опять алкашом хватит выйти. Ну хорошо. Давай, Жека, выходи из комнаты. Куда мне обратно из роли? Не, вот сюда выходи. А как я выйду? Сообразительность прояви, не знаю. Найди выход отсюда, откуда я знаю, как тебе выйти. Кнопочку найди, может.
нож. Какую кнопочку? Ты что-то мне это... Что-то ты меня обманываешь. Ну, хорошо. Так, я не могу здесь перепрыгнуть. Я не, ну хорошо. Я не могу тут перепрыгнуть. Я не могу тут перепрыгнуть. Ты чё, тут больше ничего нет. Сообразительность включи, сообразительность, Жека. Или глаза просто разу, я не знаю. Как тебе угодно. Чё? Ты как бы про это актерское мастерство, а не это. Ну это в сочетании. Актер ты, может ты тут... Тут нельзя перепрыгнуть, ты понимаешь? А почему ты решил, что тебе туда нужно, а? Ну почему-то кажется. Ладно, ты можешь быть актером, но ты тупой актер. Или слепой. Мне кажется, слепой. Да чё? Я не понимаю. Я на всё потыкал. Да почему тебе тыкать? Я говорю, найди кнопку, дебила кусок. Кнопку. Кнопку найди. К-н-о-п-к-у. Не может быть. Ай. Давай, выходи. Выходи. Так, Жека, да, всё, вживайся в роль. Понял? Пошли. Пошли, Жека. Жека, иди сюда. Хейтеры твои тут, тебе нужно пробраться через хейтера. Снежок. Хейтеры. Вебка упала. О, мальчик, привет, мальчик. Давай, убегай, Жека, убегай. Забирайся на... Иди сюда, иди сюда. Ой, Жека, ой, забирайся! Ой! Алкаш, забирайся в дерево! В дерево нужно, алкаш, быстро, пока тебя хейтеры! Хейтеры не перебили! Снежочек! Какое дерево? Снежочек есть! Давай быстро в дерево, вот сюда, в дерево забегай! В дерево! Давай быстро! Дерево. Молодец, наверх! Непонятные вещи так, какие-то мне говорят. Вот. Это твои хейтеры. Тебе нужно их получить. То есть я могу все ломать, да? Не, в геймод 2. И, ну, в один. Я таких слов не понимаю. Не понимаю. Хорошо, иди сюда, Женьдос. Сюда, Женьдос, тебе сюда надо. Тебе нужно поуговаривать хейтеров, чтобы они тебя отпустили. Давай, как с братанами, понимаешь? Как с собутыльниками. Где они? А вот под деревом тебя караулят. Под деревом. Да. Дорогие юные друзья. Я хотел вас чисто сердечно попросить, но не убивать, конечно, меня, а немножечко пропустить меня к сундучку. К сундучку? Я понятно объясняю. Жек, тебе нужно 3 конфетки найти, чтобы вручить хейтерам, чтобы они отстали от тебя. Какие 3 конфетки? Ты 3 совсем думаешь? 3 конфетки. Да не туда тебе... Жека, 3 конфетки? Ничего не понимаю. Подожди, Эдисон, ну не так быстро. Ну. Ай! 3 конфеточки, да? 3 конфеточки. 3 конфеточки. Петрович, где конфетки? Давай. Он мотает головой, не знаю. А может нажать на него надо? Ну ладно. На Петровича? Да, на Петровича. Петрович, а ну-ка, гони конфетки, не нажимается на Петровича. Нажимается, нажми. Не нажимается. Да нажимается, нажми. Не нажимается, ничего не нажимается, да, в этой жизни. Да все нажимает. Ничего не нажимается. Да нажимается, ну нажми ты. Да не нажимается. Ой, ладно, ищи конфетки, Жека. А хотя, в принципе, хейтеры уже так умерли, поэтому конфетки нужны, ты должен был им вручить конфетки, да? Вот и всрать на эти хейтеры. Вот и... Можешь, конечно, тут проверить, Жека, вот сюда. Можешь тут проверить, может, там что-то есть, да. Да, может, а может, нет. Конфетки. Можно их сам съесть, да? Давай, хавай на здоровье. На здоровье, Жека, хавай. Ой. Всё. Так, ладно, Жека, ладно. Конфеты больше не нужны, потому что хейтеры умерли, да? Тут, конечно, у Петровича есть лопата, не знаю, почему ты на него нажать не можешь, ты же ответственный за лопату. Ну ладно, Жека, так и сказать, тебе нужно найти кнопочку. Да, опять их кнопочку. Понимаешь, в этой жизни кнопки это не главное. А как кнопочки искать не нужно. А как ты дальше пройдешь? Нужно просто верить в себя и жить. Настоящей жизни. Жека, дам тебе подсказочку. Кнопочка в начале локации. В начале локации. Да, там еще одна кнопочка есть. Да. Там еще одна кнопочка есть. Кнопочка в начале локации. Ладно, спасибо за твой великолепный тролль. Да, и сюда вернись. Ищи кнопку. Кнопку ищи. Кнопка тоже тут в дырочке. Я не понимаю никаких кнопочек. Давай. Такого не существует. Ищи кнопочку. Какие кнопочки? Там есть, да, какая-то кнопочка, вот там есть что-то, да? Там что-то, там, конфетки. И кнопочка.
Поставлю тут конфеточку. Да, хорошо, давай, давай. Ладно, Жека, ладно. Ну такое си, так такое си. У тебя жертвы были, ты не должен был убивать хейтеров, они у тебя умерли, Жека, понимаешь? Так, Жека, став, все, выходи с роли, выходи. Я его идеальный пьяница. Выходи с роли, давай, Жека, иди домой, это твой дом. Так, ёбаный бабой. Ай, твою-то мать! Какой-то, ты до сих пор пьяный, мне кажется, Жека, да? Немножечко. Так, спавн поинт. Могут, в принципе, так сразу сделать и не прыгать в ловушку. Ну ладно. Жека! Следующая роль. Опять вино. Не, вино уже не. Не-не-не-не, я вино заберу, нельзя. Следующая роль. Красный мокасин. Красный мокасин. Давай. Красный мокасин. Оп, оп, оп. И кнопочку найди опять. Красный мокасин. Оп, оп. Жека, это твой дом. Папа-мама дома ждет. Ты должен вжиться в роль. А я сейчас покажу. Жека, ищи кнопочку. Какую-то кнопочку. Опять найди кнопочку. Не понимаю таких кнопочек. Никаких кнопочек не бывает. Да тебе сейчас такую кнопочку покажу. Да в глаз засуну твою кнопочку. Ищи кнопочку. Я ты сейчас фуражки. Вот фуражку сейчас одену такую. Не надо, не надо. Хопа. О, ты прям комбо нафиг, полицейский и красный мокасин. Ищи кнопочку. Кнопочку, не понимаю, где твоя кнопочка. Не понадобится каких-то тупых, тупые слова. Ты сегодня будешь... О, я нашел какой-то сундук, но ты прям для тупых, короче. Жека, стой тут, Жека, стой тут. Я тебе сейчас поясню за базар, ты какой ты стой, я тебе говорю, я нашел кнопочку, я могу идти дальше. Давай. Женечка, о, сынок, привет, я твоя мамка. Не надо, женщина, отстань от меня, ты кто такая? Ты слышал, что он сказал маме своей, Ай, Жека, ты... Батя, не мешай, я тут с бабами разговариваю, слышь ты, в жёлтой юбочке. С кем? Слышь ты, в жёлтой юбочке, а ну иди. С кем? Сюда, ты так с мамой разговариваешь, да, паскуда? Какая ты не мама, ты женщина тупая, отстань от меня. Всё. Какая тебе мама? Какая мама? Ты что, офигел? Я тебе мамой клянусь, ты не моя мама. Хорошо, сын дебил, бери мусор, выноси на улицу, давай. Какой мусор, бесполезный, мама? Бесполезный просто. Давай, мусор бери, выноси на улицу. Давай, быстро. Ой, мама, ты не понимаешь ничего. Тут все серьезно очень. А ты мне давай на улицу мусор выноси. Какой мусор? Я тебе не понимаю, как эту дверь открыть. Что ты меня хочешь от меня? Я вообще не мусор понимаю. Мусор выноси. Давай. А, кнопочки есть, мусор. Ай, тупой красный мокасин. Я просто в детстве головой немножко ударил. Я помню. Давай, ничего, Жека, давай. Не понимаете. Давай. Да, ой, хачапурчики, это ж мои дорогие друзья. Сейчас я... Мусор выноси, а не с хачапурчиками разговаривай. А с хачапурчиками. Здорово, пацаны, братаны, ё-моё, туда-сюда. Что там на пинок сел, косарь отдал, ё-моё. Сука, какая-то карты поднял, там, уважение потерял, короче. Так, это что, это мусор? Мусор выкидывай, да, мусор туда сейчас надо выкинуть. Сейчас я тебе мусор выкину, а сейчас твою... Ты мусор, я тебе отвечаю, я просто, да? Я выкидываю весь мусор. Давай, весь выкидывай, давай. Обратно хачапурчикам, давай, Жека, обратно. Хачапурчики, пацаны, братаны, я, конечно, с вас... Чё ты? Непонятное испытание. Так что до свидания, давай, хачапурчики. Давай. Ну. Я не понимаю, как это... Жека, у тебя там две кнопки были, зачем ты кнопочку выкинул? Я вот так не знаю, для чего-то нужны, я подумал, надо выкинуть мусор. Забирай кнопочки. Где кнопочки? Кнопочки, мои кнопочки, мусор опять нужно выкидывать, подожди секунду. Мусор не входит, мусор выкидывает. Кнопочку забирай, да, возвращайся. Да, забрал эту кнопочку. С хачапурчиками, поздоровайся. Братаны, хачапурчики, до свидания, я вас очень люблю, до свидания. Ну... Я слишком медленно, убери эту паутину от меня, она какая-то не хорошая. Мокасины не запачкай, Жека, не запачкай мокасины. Протри их, мокасины. Мокасины красные. Класс. В жизни у меня будет прекрасно. Все, ладно, Жек, пошли дальше. Все, выходи с роли, выходи. Выкидывай. Жека, у тебя сейчас будет... Иди сюда, Жека. У тебя сейчас будет самое важное событие в твоей жизни. Но тебе опять нужно выбрать роль, Жека. Опять. Фураж генерала, не нравится. Я хочу панталоны и очки. А, это бабуля. Это бабуля. Бабуля. Подожди, одну секундочку, Эдисон, подожди. Ой, опять начинается. Опять начинается. Так все просто.
в этой жизни, я тебе так скажу. Алло! 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 Бабуля! Бабуль! Это бабуля на связи! Бабуля на связи! Внучок беспокоит! Узнала? Как они, бабуля? Я не здорова, ты там опять вырос, что ли? В щечку поцеловать, бабуля! Да какая ты бабуля, ты подожди, я вот такая вот бабуля. Поехали. Не-не-не-не, красный макосин не надо, только бабуля. Ну ладно. Русская бабуля настоять, бабуля, ищи кнопочку. Опять. Какая бабуля, никого не понимаю. Ну давай, кнопочку, мне говорит, искать. Кнопочку, иди сюда, бабуля, кнопочку тут надо найти. Я старая, ничего не вижу, ты мне помогай. Да, не-не-не, туда, бабуля, бабуль, сюда, бабуль. Бабуль. Внучочек, я ничего не вижу. Вот, ищи кнопочку, бабуль. Такую кнопочку, я такого не знаю. О, нашла кнопочку, ну, да? Ну, бабуля-то у тебя еще модная, старая, да, хоть да, старая, да умная. Да. Хипстерша, давай, бабуля, стой на месте, бабуль, стой на месте. Это красная дорожка. Сейчас будем вручать Оскара тебе, бабуля, за самое главное. Оскара за самого лучшего актера, лучше, чем... Я не слышу, как. Оскар! Вот! Оскар! Какой Коска? Не Коска! Бабуля, нас давай! Ой, сейчас я Оскара так получу, так все меня, а бабульки-то меня это. Буду хвастаться бабулькам всяким. Бабуля, во дворе, да, бабулькам будешь хвастаться, да? Бабулька. Во дворе там хвастаться, вот такой статуэтка такая вот золотая. Статуэтка. Микрофон не слишком высокий, все нормально? Да нормально, как раз под мой рост, нормально. Бабуля Женечка, я тебя поздравляю, я тебя поздравляю как лучшего актера, держи. Жека, тебе Оскар, лучше, чем Ди Каприо. Спасибо. Бабуль, да, высказывай свои там приветы, там, спасибо, давай, я слушаю. Кому ты хочешь спасибо сказать? Уважаемые зрители, я хочу выразить вам огромную благодарность. Бабуля мне в разу не справилась. Ваши лайки, ваши комментарии, я просто от них в шоке. Вот. Ну и отдельное спасибо вот этому моему внучку. Правда, туповато болеет, но нормально. Спасибо. Спасибо, бабуль. Спасибо. Спасибо. Трогай тебе речь. Да. Все, Жека, выходи с роли, выходи. Ладно. Ладно. Еще одно испытание, да? Последнее, прям самое-самое последнее. Самое последнее. Еще раз тебе нужно доказать то, что ты достоин этого Оскара. Хорошо? Хорошо. Нажимай на рычаг. Нажимай. Короче, Жека, теперь тебе нужно пройти мой троллинг другими ролями. То есть выбирай уже не алкаш, а, допустим, что-то другое. В смысле, первый раз ты проходил алкашом, теперь нужно другую роль и, типа, опять проходить. Все заново проходить? Ну да. То есть другой ролью, чтобы ты доказал, что ты реальный актер. Уйди в жопу, не смотри. Давай, Жека, ты актер, давай заново проходить, пошли. Какой заново? Ну что тебе надо? Давай, еще. Ладно, фуражка генерала у меня осталась. Да, пошли, давай. Фуражка генерала. Заново. То есть другая роль, что ты реально доказал подписчикам, что ты стоящий актер. Да. Да. Ну. Так. Все. Генерал будет немножко маленький. Ну ладно. Хорошо, давай. Ладно, Жека. Ну, проходи. Ты уже знаешь, что делать, в принципе. Ну. Босс мафии здесь. Так, ну что, мы проходим испытание, да? Я не понял. А ну быстро, где мои солдатики? Хорошо. Так, секундочку. Ну, в принципе, ребята, мне кажется, на этом уже можно заканчивать, поэтому ставьте огромный... Пока же это проходит, ставьте огромный палец вверх на этот видос, если хотите больше серии с троллингом, иди да? Иди нахрен, иди ты в жопу. Я тут в генерала, значит, взрываю. Я тут такой толстенький, ужасный генерал. Прям в жизни, да. Ребята, как я уже сказал, больше лайков, больше серий. Да, Жека? Да, ребята, не забывайте также писать комментарии, какой я замечательный тут актер на все роли, я мама отвечаю вас за... Вот. Оскорбил маму своей, маму тупой назвал, прикинь? Да это не моя мама была, я это вообще какая-то левая тетка. Ладно, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока, давай.